Уже завершився поєдинок 9-го туру. Олексій Марков, президент команди Iowa State. Ну як, трохи заспокоїлися вже після поєдинку. Дуже яскравий матч вийшов. Очень тяжелый, могли проиграть и выиграть. И сегодня для нас решалась там, судьба плей-офф. Мы могли при победе выйти, мы выполнили задачу. И теперь, уже независимо от последнего тура, мы в плей-офф будем играть. Что трапилося от после перерыва? Потому что первый тайм, конечно, не найкращий. В втором вышли и просто не давали сопернику майже выйти на свою половину. Ну, я думаю, первый тайм был тоже неплохой, но соперник усилился игроками из первой команды. Это совершенно другой уровень от чемпионата области, поэтому играешь иногда, как позволяет соперник. Мы старались, сделали все возможное, чтобы сегодня взять именно 3 очка, и у нас получилось. Я поздравляю нашу команду и наш город с плей-офф. Останній поєдинок, дербі, можна сказати, проти Сухої Балки буде грати, як там завдання, тобто є різниця, там друге, третє місце там? Ну, мы будем, конечно, играть на победу, как и каждый матч, но это Сухой Балке теперь надо выходить в плей-офф и выигрывать в любом случае, нас устроит, в принципе, любой результат, но постараемся и там выиграть. Дуже дякую, з перемогою. Спасибо.